Знаете, я представляю себя очень сухой, такой поджарой бабулей в парусиновых таких белых брюках, в таких, в туфлях. Нет, не туфлях, босиком или в кедах. Или очень, вокруг меня очень много-много лабрадоров, потому что это моя самая любимая порода. И я очень хочу быть где-нибудь на берегу океана. А видите ли вы рядом детей своей старшей? Вы знаете, видите? И детей, и внуков, и мне кажется, что их как хочется их как можно больше. И не факт, мои дети или это не мои дети, просто от детей я получаю потрясающее количество. Наверное, это то, чем мы, чем старше становимся, тем больше мы берем энергии именно у детей, у своих детей. Спасибо. Спасибо.